У юных ульяновских борцов греко-римского стиля под прицелом первенства России. Состязания пройдут в марте в Самаре, но чтобы попасть на них, сначала нужно успешно выступить на турнире ПФО. О том, как готовятся наши спортсмены к стартам, в репортаже Эдуарда Истомина. Егор Васияров выступает в категории до 48 килограммов. Два раза в день борец-классик старательно отрабатывает приемы на ковре. В прошлом году он победил на первенстве ПФО, но уже через неделю титул надо защищать. Настрой боевой. Всегда, конечно, рассчитываю, чтобы стоять на первой строчке пьедестала и буду идти только вперед. У Али Мамеда Гурбанова категории до 60 кило. Сегодня он готовится к контрольным встречам. Успешные поединки – это попадание в состав сборной. В прошлом году Али Мамед взял бронзу на ПФО. Эта схватка запомнилась борцу. Боролся с хорошим парнем. И вот, досрочно выиграл его. 8-0 выиграл. Сделал вот свою кочергу и вот раскатал за грудь. Двухразовые тренировки в день, подобранный режим питания, а еще вечерняя сауна. А уже 19 января первенство ПФО. Оно пройдет в спорткомплексе «Орион». Я думаю, что мы поставим на эти соревнования почти всех ребят, потому что наша команда так довольно-таки сильная. Поэтому я думаю, что будет много призеров и чемпионов ПФО. Попадешь в призера, завоюешь путевку на первенство России. Основные соперники наших борцов – сверстники из Татарстана и Башкирии, Мариэл и Мордовия. Но нашим спортсменам будут помогать родные стены. Эдуард Истомин, Денис Миронов, Вести Ульяновск.